Рассада злака зебринус эффектной кустистой рослой, до 2 метров, мискантус с крепкими стеблями, направленными вертикально. Листья у растений ярко-зеленые с поперечными белыми полосами, длинные. Корневая система мощная, разветвленная, отлично удерживает злак прямостоячим. Мискантусу зебринус нужно много солнца для хорошего роста и развития. Цветение в виде метелок. Дает семена. Размножить можно делением куста весной, но в розетке должно быть более 5 побегов. Устойчивость к холодам у злака средняя, его нужно укрывать. Лучше всего смотрится мискантус с растениями ниже себя ростом. Мискантус китайский и зебринус это травянистые. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.